мне идея выдвинуть Ходорковского нравится. Я также понимаю, что он, будучи незаконно осужденным, являясь политическим заключенным, в выборах участвовать не может. Поэтому, если бы его освободили, то и у него появилось бы право участвовать в выборах, то это очень хорошая идея. А так, пока он находится в заключении и поражен в правах, этого движения, оно не имеет никаких последствий. Поэтому мы сначала должны бороться за освобождение Ходорковского, а потом уже думать о президентской кампании, а не наоборот.